самой песни в припеве про дорогу белую. С центра Москвы мы вышли за ее пределы. Я не жалею, что группа «Центр» похудела. Зато всех теперь ебет, как прет от пуэра. Купи индийский чай со слоном на желтой пачке на правах рекламы, хотя чаем не банчу. В алюминиевую кружку заливаешь воду, доведи до кипения и убавь комфорку. Заварки сверху, 3 столовые ложки, 10 минут под крышкой, можно чуть больше. Чаинки упадут на дно, процеди воду. По вкусу не бомба, но взорвет голову. Попробуй и не заебывай меня потом. Любой продуктовый дом это продает. Ладно, тема не об этом, меня кто-то отвлек. Мы это делаем, потому что нас это прет. Может, не станет вечным, как песня Миши Круга, но согревает вечер там, где заметает вьюга. Для пацанов на валенках, а не на розовых угах. Для девчонок правильных, а не пластмассовых кукол. Это легенды про центр. Мы делаем свой рэпачок с московским акцентом. Не паримся ни о чем, громче инструменты. Вам от нас скач, нам от вас аплодисменты. Все четко, держим руку на пульсе. Будем писать, пока нас не отпустит. А нас не отпустит. И тут дело не в капусте. Это болезнь, если ты не в курсе. Я крут, а ты нет, а я крут. И каждый второй играет в эту игру. Честно говоря, я не в силах понять эту пургу. Давай, братан, попроще будь, не испытывай судьбу. Чемпионы и претенденты, врачи и пациенты, и интеллигенты, преподы и студенты, союзники и оппоненты, народ и президенты. Все, кто здесь есть, машем руками от стенки к стенке. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Тема-то старая, но по-новому прет. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Тема-то старая, но по-новому прет. Неважно, кто там папа с мамой или как я воспитан, но всегда тянуло туда, откуда пахло стритом. И пока другие дети старались стать получше, я сидел в своей луже и мечтал, чтобы она стала глубже. Но хуже всего то, что хуже было лишь для меня. И сколько мне не объясняли, я не смог понять, но променять не смог вид за окном на цитаты в книгах, что стоят на полках дома у дядей богатых, по хатам, по подъездам. Но только не был дома, и мне тогда казалось круто оказаться бездомным. Неудивительно, что предки сказали на днях: сын, из 12 ты 6 месяцев в бегах. Нету 4-го айфона в карбоновой пленке. Я помню, раны не йодом мажут, а мажут зеленкой. Я не качаю в зале, чтоб жопа была как орех. Я пишу текста для тех, кто поднимает руки вверх. Построй свой желтый дом сам, от и до. Если траблы по минусам, начни с ноты до. Как айкидо, кивайкидо, точат удары и блоки. Точи свой стиль и все, будет оки-доки. Пот и кровь, а не понт и треп, чтобы потом сказали, этот типа теме трет. Вот и я здесь тру, как сыр на терочке. Пацаны качаются и рядом прутся телочки. И хуй тебе в рот, если ты решил нас поносить. Мы берем свои мечты, сами никого не просим. Плюс то, во что мы верим, не имеет цены. Мы уже сошли с ума, значит, никому не должны. Ты понял? Настоящий хип-хоп здесь. И кто бы там что ни чесал, мы есть те, кто мы есть. Короче, движем дальше, это наш год. Веселей толпа, руки вверх, народ. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Тема-то старая, но по-новому прет. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Все, кто здесь есть, руки вверх, народ. Тема-то старая, но по-новому прет.